17 августа на привокзальной территории Хасавюрта межведомственной комиссией был проведен рейд по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности. В состав комиссии вошли представители Управления торговли, городского собрания депутатов, сотрудники правоохранительных органов и общественных организаций. Как отмечают представители комиссии, на привокзальной территории имеются факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Ни у одного нету предпринимательского свидетельства на разрешение торговли, продажи. И, ну, в дальнейшем, наверное, будут дальнейшие указания главы, мы будем выполнять. Как отметил начальник управления торговли Иманали Тайсонов, торговля абсолютно не подтверждена какими-либо отношениями между предпринимателем и муниципалитетом. Кроме того, данная территория находится в плохом состоянии. Мы предупреждали, что были документы у них соответствующие. Они как говорят, что у них есть документы, так они не представили документы. Проверено более 40 объектов на прилегающей территории вокзала. И так нам не представили ни один человек документы. По итогам мероприятия по отношению к нарушителям были составлены протоколы об административном правонарушении и установлены сроки для устранения замечаний. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».